Ну, друзья, мы приехали, разложились и приступим к нашим тестам. Ну, господа, в руке у меня 13 футов 110 грамм, либо 390 сантиметров, вес 84 грамма, 3 унции. Поехали. О! Ну, прекрасный заброс. Потрясающий, с огромным запасом. С огромным запасом. Катушка у меня здесь 4000 шимана. Но сюда спокойно входит и 5, и 6 тысяч. Сейчас поставим 150 грамм сразу же. Ну, как видите, я вот легким движением руки. Поставил 150 грамм, 390 до 110 грамм, Фотон Про Сабанеев. Сейчас попробую таким протяжным забросом, чтобы посмотреть строй при забросе. Вот. Запасик небольшой есть, совсем небольшой. Но он очень хорошо сейчас вложился, очень хорошо включился бланк. Если видели, я вообще как будто не бросил, то есть у меня напряга никакого, хотя в груз 150 грамм улетел, ну, очень далеко. Давайте еще раз попробую, чуть-чуть посильнее брошу. Немножечко, вот смотрите, без особых даже усилий, вот он, и он сам выпрямился. Очень далеко. Я просто к чему все это говорю. У меня в арсенале, в принципе, много хэвиков, экстра хэвиков. Ну, не буду называть от каких фирм, ну, наверное, чуть ли не от всех, что сейчас есть на рынке. Но вот кто попробует Фотон Про именно в плане бросковости, в плане легкости заброса, что он именно сам бросает, тот будет очень удивлен. И, возможно, с огромной долей вероятности отставит в сторонку то, чем он ловит сейчас. У нас в руках фидер 390 до 150 грамм уже, Фотон Про. Вес 84 грамма, также 3 унции. Погода, конечно, сегодня шепчет. То дождь, то солнце, то ветер. Ну, поехали. Хороший посыл, 84 грамма. Вы видите, как бланк включается не только вверх, а еще и середины, даже фактически чуть-чуть начинает вырабатываться уже комель. Чуть-чуть совсем еще. Ну, то есть, вот 84 грамма, можно им спокойно ловить. То есть, грубо говоря, кормушки 60 грамм. Прекрасно и дальше. А вот дальше сейчас поставим 150 грамм. 150 грамм. Фотон Про Сабанеев 390 до 150 грамм, вес груза 150 грамм. Далеко бросает, очень хорошо. Вот что в моем понятии очень хорошо, это то, что я чувствую, что я даже не напрягаюсь. То есть мне, я разогнал бланк, и он дальше, вот есть ощущение в руках, что он дальше сам бросил. Вот далеко не от всех фидеров это бывает. Я сейчас отвернулся от камеры, потому что ветер сильный, чтоб микрофон не задувало. И еще разочек сейчас бросим, 150 грамм. Ну, на подвымотке вы тоже видите, как работает бланка. Вот он. Так, ну и поехали. Еще бросочек. Отлично грузится. Быстрый строй. Но при этом это не кол. При этом бланк чувствительный, сенсорный. Очень сенсорный бланк Slim для 150 тестов 150 грамм. Такой тонкий бланк – это редкость. Мы побросали фидера, посмотрели их строй. Сегодня у нас такой маленький мини-обзор
потому что погода плохая. Ну и, в принципе, люди просят показать именно вот эти два новых фидера Фотоны Про, потому что старые много знают, ну, предыдущие модели. А эти последние, они интересны. Ну и мы дальше будем продолжать снимать в таком же формате. Одно видео будет из магазина, такое техническое, подробное. А дальше уже коротенькое с воды, где мы показываем только строй. Так что надеюсь, что понравилось. Обязательно задавайте вопросы в комментариях, пишите. Я буду снимать и отвечать вам на вопросы, то, что вы зададите, да, какие вы зададите. Также скажу, что заказывайте продукцию Сабаниев на моем магазине Multifish. Огромный плюс заказа там — это бесплатные запасные части по акции в период проведения акций. Такого не предлагает никто. Ну и гарантированно, что вы не получите никакую подделку. Вас профессионально проконсультируют. И будет все замечательно, вы будете говорить только спасибо. Так что погода плохая сейчас, мы заканчиваем побыстрее, пока камеру не залило и не запорошило. Так что всего доброго и до новых встреч.